Всем привет! Сегодня запуск у нас 323-го ВЛТОСа. Первый запуск. Сейчас запущу буквально пару минут с защиты его, потому что ветер сегодня довольно-таки сильный был. Вот утих. Ладно, попробуем. Да, с защитой все очень скучно, вообще очень еле поворотливый, поэтому сейчас сниму и попробуем без нее. Все, собственно, защита снята, вот такой он стал у нас смешной, маленький такой, весь шатается. То есть реально какой-то, на первый взгляд, какой-то хлипковатый. Так. Очень-очень резвый на 80% даже, очень резвые наклоны у него. Вот ветер задул очень сильный. Все-таки как-то лучше еще пометить, где у него перед. Лучше на самом деле винты, мне кажется, сделать белыми какими-нибудь. То есть все-таки красный с черным немного сливается и иногда очень плохо понятно. Так, ну посмотрим его скорость вверх. Да, довольно резво уходит. Но не хватает поворотов по рудеру. Были бы чуть-чуть побыстрее бы, было бы получше, был бы более поворачиваемый. Вот, а так наклоны у него достаточно большие, но вот с рудером небольшие проблемы все-таки не хватает. Как и 262-й, без проблем себя подхватывает. Смотрите, сейчас можно даже, скорее всего, у земли прямо. Чуть-чуть я рано, конечно, нажал. Хо-хоу! Да, класс. Так, флипы-то умеет делать или нет? Флипы, 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 флипы. Умеет. О, самые лучшие флипы это вперед-назад, без проблем. В бока делает хуже, потому что, вот видимо, у него два мотора по краям стоят, и из-за этого он хуже делает. А вперед-назад они стоят симметрично и делают вообще без каких-либо проблем. Так, сотые расходы. Ну, по рудеру все равно маловато. Но, в принципе, достаточно. В общем-то, большой 262-й получается у нас. Но с рудером, да, немного бы добавить.
То есть можно быстро за раз сделать несколько флипов. Очень удобно. Все очень адекватно. Собственно, вот такой. Ничего, летает, как 262-й, только 6 у нас винтов получается. Пока нормальное впечатление о нем, потом замерю тягу у него и посмотрю. Сейчас попробую сконнектить его с аппаратурой от 262-го. Хоу, работает! Так. Флипы делаем. Так, а флипы на этой аппаратуре делать по-другому. Смотрите какой, да? Просто зверь. Хоу. Вот теперь я не понимаю, где у него перед, где зад. Так, все, нашел. Прикольно. Работает, но флипы здесь делать не на кнопку, а просто делаем резко вправо, допустим, делает вправо. Вот, то есть на сотых расходах здесь на нем не полетать, только 80-й максимум на этой аппаратуре. Так что у кого есть аппаратура, ждите BNF-версию и можно смело брать.